Бумага флехагон. Это очень удивительная вращающаяся бумажная модель. Нам необходимы лист А4, масштабная линейка и ручка. Сгибаем лист наполовинку, затем на треугольник. Теперь возьмем и разрываем прямоугольную полоску и получаем большой прямоугольник. Там образуются два квадрата. Сгибаем их по средней линии вдоль длины. Затем сгибаем оба границы средней линии, образуется длинная двойная полоска. Эти полоски сгибаем на 8 равных частей. Сначала до середины получим 1/4, затем загибаем концы. И теперь загибаем до средней линии, получаем 1/8 часть. Повторяем тот же самый на другой стороне. Теперь загибаем наполовинку и раскрываем один конец и начертим пересекающиеся линии, сначала форму ромба и две пересекающиеся диагонали. Начертим тот же форму и с другой стороны. Эта модель очень сходна с гороскопом. Сделаем с помощью линейки 10 явных наклонных линий. Разрываем один деталь с помощью линейки. Теперь переворачиваем все детали и образуем призму. В каждой грани вы можете увидеть две половинки формы бриллианта. Теперь сгибаем полубриллианты внутрь на всех трех частях. Теперь вы можете увидеть шестиугольную форму с лепестками. Теперь опять сгибаем эти внутренние листы. И складки внутренних листов заканчиваются флехагоном. Это очень удивительный лист. Нужно ее держать вращающейся. Теперь нарисую красивую пищевую цепочку. Насекомые едят лягушек, лягушки едят змей, змеи едят орлов. Это очень прекрасная пищевая цепочка.